Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И здесь мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. Ставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я знала, что моя работа для вас важна, интересна. И это видео возможно благодаря моему клубу «Русская дача». Это видео и подкасты каждые 5 дней. Спасибо членам клуба, что они делают эти видео возможными. Сегодня у нас вопрос от Лоры, и она спрашивает, какая разница между смотреть и смотреть на. Лора цитирует фразы из моих подкастов. И она говорит, почему иногда мы говорим смотреть, например, смотреть фильм, смотреть ужастики. Ужастик – это страшный фильм. И почему иногда мы говорим посмотри на него, посмотри на его лицо и так далее. Почему смотреть, посмотреть? Очень хороший вопрос. Ответ простой. Смотреть обычно – это какой-то спектакль, какое-то шоу. Смотреть фильм, смотреть спектакль, смотреть драму. Также мы можем сказать смотреть прямой эфир. Вы знаете, когда иногда в Ютубе я делаю такие маленькие конференции, где я сейчас говорю, и вы меня смотрите. Это прямой эфир. Смотрите мой прямой эфир. Мы не говорим смотрите на прямой эфир. Смотрите мой прямой эфир. Смотреть – это фильм, спектакль, какое-то шоу, тип фильма, прямой эфир, смотрите видео. То есть это обычно телевидение, или YouTube, или видео, или спектакль. Например, смотрите все мои видео. И на – это все другие ситуации. Смотреть, посмотреть на. Например, в музее. Посмотрите на эту картину. Вот посмотрите на эту картину и так далее. А также, например, я люблю сидеть и смотреть на облака. Я люблю сидеть и смотреть на облака. Или в более абстрактном контексте можно сказать, мы одинаково смотрим на жизнь. Мы одинаково смотрим на жизнь. Это значит, у нас как одна философия в жизни. Конечно, если это человек, это всегда на. Посмотрите на Александру. Посмотрите на Александру, как она прекрасно танцует. Но, дорогие друзья, конечно, не все так просто. И я также часто слышу, просто смотреть плюс объект, посмотреть плюс объект в форме императива, например, посмотрите, и часто в контексте магазина, коммерции, когда мы смотрим, что мы хотим купить. Например, в магазине вот посмотрите эту модель, посмотрите еще эту модель, посмотрите другой цвет. И в принципе, правильно сказать, вот посмотрите на эту модель, но иногда в контексте магазина мы говорим, посмотрите еще вот эти ботинки, посмотрите вот эту рубашку. Вот такое небольшое исключение. Но обычно смотреть, посмотреть что-то, это фильм, спектакль, и в других ситуациях мы говорим посмотреть на. Ну что, пишите, пожалуйста, ваши примеры. Я скажу, правильно или неправильно, комментируйте. Мне всегда важно знать, кто смотрит мои видео. Задавайте вопросы и посмотрите все остальные мои видео. Спасибо, до скорого, пока-пока!